Друзья, всем привет и добро пожаловать на канал Pro Games. И мы с вами начинаем четвертую военную историю под названием «Посыльный». Мы прибыли со всех концов света, невинные, заносчивые и храбрецы. Мы думали, что война станет для нас ритуалом взросления, большим приключением, которое объединит нас в поисках славы. Но вместо приключений мы нашли страх. А уравнивает на войне только смерть. Фредерик Бишоп? О, боже. Это вы, Фредерик Бишоп? Нет. Он мертв, извини. Но это же ваша фотография. Полагаю, да. Джек Фостер. Я ваш новый подчиненный. Ну уж нет. Уберите от меня этого малого. И не подумаю. Он такой путь проделал, чтобы увидеть вас. Фредерик Бишоп, гордость Австралии. Знаю, он даже про возраст солгал, чтобы пройти призыв. Морзянка, знаешь? Да. Пошли. Это полный провал. У нашей первой волны не было и шанса. Вон у них какая оборона. Как же мы захватим пляж? На этот раз у нас есть дредноуты. Затыкай уши, парень. Сейчас будет шумно. Ну что, постреляем. Так, удерживать. Опа. Ну же. Так, дошмаляет это. Огонь. Отправь координаты. Идешь с тыловым отрядом, после того, как я пущу ракету. Yes, сэр? Да, сэр. И на рожон не лезь. Так. Надо добраться на пляж. Думаю, штурмовать там. Так, что у нас, винтовка? Один, семь, весь наш отряд. О, ну-ка, сколько? Ну, пацаны. Какова атака? Не быстрее. Вау. Это штурм, бля.
Заряд, заряд! Офигеть. А что у нас еще есть? Дробовики. Стреляем, так побежать туда. Офигеть. Вот это война. Так, Первая мировая. Офигеть. Помощь уже звучит. Сели, бежим! Ладно, тут была тухка моя. Дробаша прорушит. Вперед за мной! Слышу, упал. Ну что, встали-то? Двигаться будет. Ой, руби, руби его. Пробиваемся к вершине. Посмотрим, что гранат. Там нет, типа. Граната. Бежим. О, на сверху. О, щит. Было больно. Иди с дороги. Режь их. Загнал в грязь там. Утрамбовал. Я тебя видел. А ты меня нет. Граната пошла. Мы стоим по башке достали. Блин, дробаш-то. Сблизи нормально. Надо захватить эту высоту. Давай. Мозги не вылетели. Что там происходит? Бежим. За мной. Блин, с пулеметом там зашкиривайся. Значит, не пробивает. Они наши-то, блин. Хоть бы согрели бы их, на себя отвлекли. Всем приходится в одну каску орашить. Ну, ладно. Можно поставить? Ну что наши вам подошли? Один что ли? Все? Двое? Ну что, ну пошел. Муж меня отвлекающий такой. Что, родная? Да? Первый танк. Надо пробиваться к высоте. Рашем. Маля, он сверху еще один пулемётчик. Ах ты сука!
почти прицелился в хедшотому. Блин, позиция у них там выгодная. Ну ладно. И укрыться тут мало где можно. Опять отсюда что? ХП снимает, да? Ну и шагу назад, дрыщи такие. Хе-хе, если я ножками болтал. Так, там пулемётчик еще. Тихо, ложись. Так, на толбу, где он там? Не боюсь. Блять, а? Ну вы-то что тут сели? Ну пошел в бой. Ну пошел. Блин. Ботики мои лежат. Ладно. Где там еще? Ползком будет просто. Надо пробиваться к той высоте! Так, там. Нету его. Что-то блюдок. Так, патрон мало. Так, тут мы не пройдем. Решил. Руби. Руби. В атаку. Руби. Три зарубим. Три рубим. Вообще. А, тихо, тихо. А где наши покемоны? Все двери пооткрывали. Закройте дверь, сквозняк будет. Сами закрыли. Все. Да наш домик. Никого дома нету. Сказал, дома никого нет. Не столько паду заходит. Закрывай. Так, все, захват пошел. Погасили свет. Так, ну что, не только... Пора пустить ракету.
Опять ты издеваешься? Пошли, сюда! Вот! Вот смотри! Парень, твое вранье тебя же и убьет! Я просто... Памятник себе захотел на городской площади! Давай, парень, вставай, давай. Вставай, молодец. Я умру. Не умрешь. Ты австралиец. Тебя нельзя убить. Да. Наверное, да. Разве что. Ты не киви, случайно? Нет. А теперь все по порядку. Давай, иди сюда, встань. Повторяй за мной, руку сюда. Это вот так. Приклад к плечу вот так, щеку к прикладу. Нет, вот так. Направляй, куда хочешь выстрелить. На, вот так. Ногу выстрели немного. Держи равновесие. Я уж начал думать, что потерял своих австралийцев. Чем могу помочь? Не вы, а парень. Нам нужен связной на линию фронта. Рады? Нет. Да. Нет! Нельзя туда парня отправлять. Он же прямо под пулю забежит, и конец. Нет, нет, я смогу. Нет. Я пойду. Ладно. Ты здесь со мной. А вы... Вы будете связным. Так. Надо как-то пробраться нам... мимо османов. С нами туда побежал. Что ты сделал? Снайпер был. На, ну туда надо, что ли? Ну ладно. Блин, а что получше есть какое-нибудь оружие? Нету? Серьезно, что ли? Дай пулемет освободить, блядь. Ладно, нет, так нету. Блин. Напера тут? На крышах. Умоляет отметка. Опа. Идешь. Приманки, какие приманки, так нормально. По краешку, по краешку. Нет, я думал, по краешку тебя там пристрелял. Эй. О, ты, блин. Я себя не просто здесь пройти-то, а. Засели-то в городе. Давайте пробуем с другой стороны пройти. Да блин, винтовка у нас слева, снайпер. Надо как-то пробраться мимо османа. Ну не хочу это бинокль, уберите его подсказки. Пока не сделаешь, не уберут. И по краевку будет пробежаться манки. Через дома. Так, спалили, спалили. Так, несите домой. Все патроны у меня.
Так, вроде снайперов не видать. Они могут не зомбить. Из любого его стрелять. Ой, там тот. Перелезть. Обойти можно. Ого, уже стреляет. Патрушки. Успевай. Патроны, патроны. Да, плохо там дело. Тут чувствую, будто где-то рядышком. По-любому за мной бегут там. Почти добежал. Вау, тихо. Они не живут. Боже. Оглушило-то как. Все катится к чертям. Надо вернуться к Уайтхоллу. О, накрыло-то их. Пацаны, что у вас есть здесь? У меня есть дробаш уже. Кстати, пулемет. Знаешь, тут прижали-то. Тут как на ладони. Минометы разбомбить их. Пусто. Вот здесь что-то есть должно быть. Вот, что-то. Автоматическое. О, конечно. Что сделать нам? Вернуться надо? Они просто будут вернуться, они прижали, да? Жрать. Упор лежа. Точно свалит. Мы уже запалили бы местоположение. Вау, ну что же крики. Это сыну буду улить. Надо вернуться к Уайтхоллу. О, пушка. А, меня с какой-то пушки стреляли. Может, тоже пострелять? Либо с пулемета. Ладно, никого не видать, можно бежать. Сейчас скину туда заряд. О. Они бегут рашить. Ну да, мы что, с ним бежим, что ли? Как так? Уже скоро. Пышно. А наша гора. Все, отбиваться. Стрей, пулемет хватай в руки. Мне его подбить надо. Ну все, вроде. Кипиш навел. Твою мать, чуть меня не убил. Не убил же? Ну да. И на том спасибо. Метка. Да, я просто... Я увидел и... Я... На всем фронте провал. Я так и думал. Бишоп, сообщите командованию, что мы выдвигаемся. Вы не волнуйтесь. Я тут справлюсь. Пригибайся, ствол наготове. Ищи укрытие.
Понял? Понял. Так. Надо точно, блин, посыльный сбега туда, посмотреть то, принеси это, да. Так, доложить. Окей. Побежали, так, в другую сторону теперь. А здесь есть то. Так, пока все чисто. О, стойте. Ага, где все? Сейчас, ну-ка. Можно. Ну все, верхом-то веселее будет. А там у нас... Так, стрелять так. О, сухер. Бежим. Скакали точнее. Куда-куда-куда? На месте уже. Все, припарковались. Далеко не убегай. Потому что по-любому нам будет назад вернуться. Позиция союзников потеряна. Приказано вести артобстрел, чтобы прикрыть отход к пляжу. Бьют по деревне и отдаленным фортам. Черт! Фостер! Блин. Надо срочно вернуться. Чертовы британцы! Обстреливают свою же позицию, чтобы прикрыть отход. Да-да-да. Ну, галопом поскакали. Сабля. Йо-хо-хо. Рубрик конца, бошки отрубай. О, начинается бомбёж. Блин. Уже артобстрел! Чёрт! Ага. Иди сюда. Руби. Так, не сможет. Можно. Дубах не надо нам. Так, а где Уайтхолл? Get ready! Hold this position, man! Уайтхолл, новости из тыла. Enemy target, не надо. Сначала друг другу помогите. Солдаты, готовьтесь! Не снизи их, Миша! Отдача-то, а? Меткий выстрел, Бишоп! Откуда, откуда? Опа! Пулеметчик идет! А, подстрелил. По яйцам, по ногам. Идите к черту! Убирайтесь отсюда! Полное отступление. Деревня и форт будут обстреливать, чтобы нас прикрыть. Надо уходить срочно. Так. Я отправил людей на захват форта. Им же конец. Кто пошел? Только добровольцы. То есть пошли все. Дети же, черт. Вы же понимаете, в его годы все такие.
Фостер. Черт! Парня надо забрать. Идите. Сделаю вид, что вас тут не было. Это не ваша вина. Конечно, моя. Еще одна смерть на совести. Идите, времени у вас мало. Так. Штурмую форт в одиночку? А еще Фостера идиотом называл. Штурмовать эту крепость, что ли, нам? Да, только с какими припасами-то, а? Давай посмотрим в бинокль. Что мы там увидим? Да, неприступная крепость. Так, нам туда, куда надо. У нас активно палит снайпер. Ой, сколько тут сколько. Да, нормально. Так, давайте, друзья, здесь остановимся. Продолжим в следующей серии. Так что подписывайтесь на наш канал Pro Games, ставьте лайки, комментируйте. И всем удачи, всем пока.